жим с гантелями, сидя на дельте, исходное положение, руки выпрямлены над головой. Мы начинаем отпускание гантель к низу, сохраняем угол прямой плечо-предплечье, пускаем гантели примерно до уровня глаз. Работаем вверх, создаем небольшой треугольник. Отпускаем гантели к низу, таким образом, чтобы локоть отпускался чуть ниже параллели. Выдох вверху. Отпускаем чуть ниже параллели. Выдох вверху. Гантели всегда двигаются четко через стороны на уровне плеча. Не выводим руки и гантели перед собой, не уводим далеко за голову. Основная рабочая мышца средняя, передняя дельта. Также помогает нам в этом упражнении трицепс. Достаточно.